Вот машина уникальная. Всех заинтересовывает. А так все, блядь, пластмасс там. Что, за сколько взяли? А вот это тоже пластмасс? Да, 900. Не, вот это все. Все, все пластмасс. А, да, вы все, да? Да, вот. Ага. Это тропа. Сделать, это да? Эру. Сейчас ломаю, где это здесь? Давай. Сейчас ты у меня поехал. Все есть. Сейчас, все есть. А сейчас по заказу тут черта может сделать. Аккумулятор вроде нашли, запаски нету здесь. А? Вот здесь пишут, как вот надо запаску делать, я уже прочитал. Вот для запаски. Но. Туда и чемодан можно загрузить, да? Как бы багажник сделай какой-то, все. Не, нормально, зато Мерседес. Зато Мерседес, да. У вас какая машина? Да, ну и сколько разгонялся ты на ней? Вот сейчас я туда шел. Ага. Поэтому как его? Попробовал. Обожди. Да, сюда шел я. По Пичугину. По Пичугину, да? Я смотрю, блядь, стрелка, блядь, 90 нахуй, блядь, нахуй. Думаю, ебаный в рот, нахуй. Даже незаметно, нахуй. Нарушаешь. Что, меня снимаешь, что ли? Тебя, конечно, снимает, и материшься. Ах ты, падла такая. 90, конечно, по городу ездишь, да? Нет. 90, значит, все, завтра штрафы начнут приходить. По автобану, 90 шел, блин, только так. По автобану, на Пичугина. Еще колес разные. Да что ты, BMW, по ширине. У него сзади резина шире. Я говорю, если так уже думал, он говорит, да, резина шире. Виски разные. Как эти? Поместились. Здесь вставляется. Возле коробки. Куда? Возле коробки. Вот он. И вправду. Так, ну газони-ка давай. Посигналь. Ух ты. Испужаться можно. Ну я поехал. Давай. Да, 4 литра. Но в городе это можно целый месяц. Ремень, нет, ремень, вот это пристегивается. Смотри, поехал. Бешеная капсула. Ну, счастливого пути!